там посрать уже, душ я не стал брать. Я на убийство работал, как бы. А он не убился. Потому что этот долбан бьет фиг знает куда. Реально фиг знает куда. О, да, точно. О, да, детка. Свали, а. Ну, заехали по мордасам знатно. Я говорю, я поплыл. Я просто поплыл. Перекаты не использую, ничего не использую. Знаю, только целил в очередь, да и все. А вот это мне не нравится. Да как промахиваешься? Совсем кретин. Как бы вот все. А вы по лестнице научились бегать. О, боже. Не, ну, ребят, ну... Вы точно хотите после увиденного вами сюда прийти? Вы уверены, что вы круче босса или как? Вот вам тройной шпик. Из свинины. На тебе еще. Я убиваю через стену за полкилометра. Остальные, видимо, не так умны, чтобы забраться по лестнице. Так, давайте-ка приостановим запись, чтобы, не дай бог, а то мало ли электрики там вздумают еще. Так, продолжаем. Как ни странно, здесь ничего не положили. Ну ладно. Идемте колокол бить. Будем гадать, по ком он звонит. Ну или как бы сказала деревенская интеллигенция. Звонит. Хотя какая интеллигенция деревенская? В деревне гораздо лучше учится. Я, например, грамотно ставлю свою речь, ну, зачастую, да. И, в принципе, ударение тоже в словах правильно делаю. Потому что моя мама училась в деревенской школе, вот и все. Всякие дебилушки, вот они из городских, да. Ну, я тоже из городской, но, в принципе, не жалуюсь. Тем не менее. Школой образование не заканчивается. Я думаю, люди... Примерно моего возраста и старше, они понимают, о чем я говорю. А школьники не поймут. Они такие скажут, что школа и образование не заканчивается? То есть это еще не все? То есть потом, кроме института, тоже еще не все? Куда? Каникулы хочу. Кинцо-мальцо. Типа пафос или чё? Ну,
тут типа показали нам кинцо, как он позвонил в колокол и как колокол звонит на каком-то расстоянии. Охрененный мультик просто. Офигенная вставка, столько прям. Колде не снилось, как говорится. Колде не снилось. А зачем надо было это впихивать сюда, я не понимаю. Я понимаю, когда там пока взрывы, там, кто-то бежит, там, в последний момент из окна выпрыгивает, за ним все взрывается, он там как-нибудь кубарем катится, падает, прыгает еще раз. Ну, здесь просто показали, как колокол звонит. Ну, нормально. Какой враг? Какой бей, скольжение? Вы о чем? Чё за наркомания? Чё за наркомания? О чем мы? Господи, ты меня испугал, парень. Ядрить коптись, я чуть не обосрался. Индульгенция, я стану депутатом? Поэтому ты сидишь, точнее, стоишь в этой заднице в позе задницы с геморроем. Какой, попросите, каких отпущения грехов? Кость 500. Можно одну купить, например. Но это для ПВПшеров, которые не знают о существовании колды, батлы и так далее. Типа ПВПшатся здесь. Они не знают, что есть нормальные как бы игры. На кой черт здесь вообще ПВПшатся? Это вообще бессмысленное занятие, максимально бессмысленное. Я смотрел стрим, чувак всю ночь пвпшился в Dark Souls 2. Это никак ни к чему никуда не приводило. Он просто бесконечно убивал чуваков. И все. Никакого развития. Просто на одном и том же месте. 8 часов пвп. Он вызывал чувака, тот появлялся. Хоп-хоп, два удара. При этом появлялись в основном одни и те же люди. Там человек 10 разных. Ну иногда там... заходили другие. Так весело, так весело. Просто вот, развлечение, вот я не знаю. Надо быть аутистом в кубе, наверное. Надо, наверное, всю жизнь... Вот, чтобы тебе нравилось здесь ПВП, и ты видел в нем смысл, надо так же, как этот чувак, встать в какую-то вообще безлюдную хрень, колокольню какую-нибудь, я не знаю, заброшенной церкви, стоять в этой позе лет 5, потом тебе носок покажется веселым, который ты не мыл, не стирал 10 лет. Ты будешь с ним играть. Не то, что там ПВПшиться. А если да, тебе дадут по ПВПшиться после 5 лет стояния в этой игре, тогда ты вообще будешь очумелым парнем. У тебя будет все здорово. Но если ты нормальный человек, ты в этом говне не задержишься дольше, чем на одно прохождение. Вот и все. Никакого ПВП тут... ПВПшеры. ПВПшера, блин. И чего вы все время ржете? Я знаю, сейчас какие-нибудь такие же аутисты мне будут объяснять, что вот, по сюжету, главное, сюжет как бы, разрабы как бы сюжет не придумывали. Если все что угодно, то, что связано с сюжетом в этой игре, оно написано безумными аутистами, школьниками, фанатами этой игры. Все, разрабы сюжет для этой игры не придумывали. Мне тут, блин, в комментариях предлагают, а давай я тебе, здесь на самом деле сюжет такой эпичный, я тебе сейчас скину ссылку, ты там прочитаешь, как какой-то школьник Вася, блин, с половиной мозга написал сюжет, и я такой же даун считаю, что этот сюжет написан разрабами, и поэтому тебе, Дос, предлагаю к этой говноигре почитать сюжет, который написан каким-то дауном по имени Вася, и которую я эту Васю люблю, потому что уже даун, и поэтому тебе тоже советую тоже стать дауном. Присоединяйся в наш орден, вступает в наш орден даунов. Пипец.
Я вам говорю, эта игра породила просто катастрофическое количество даунов. Наверное, больше, чем Warface и GTA San Andreas. Вот и вся хурма. Ладно, об этой стороне игропрома мы поговорим уже, когда я буду давать оценку этой игре. Нет тут сюжета, смиритесь, придурки. Хотел кольцо посмотреть, кровотечение. 10 тысяч. Может и пригодится, но если не пригодится, то 10 тысяч, а сейчас предпочитаю лучше потратить на прокачку. Здесь точно ничего нигде нет? Ну, видимо, ничего не положили. Ну, ладно. Плевать. Ну, я все-таки загляну вообще во все щели, я не знаю. Там эти еще, блин, твари. Надеюсь, они меня сейчас не замучат. Так, сигаретку-то я лучше затушу. Поднимайся по лестнице, умирай. Главное, эти дауны умеют по лестнице карабкаться, а остальные не. Это их исключительное право. Привилегия для вот таких вот мобов. Ну, здесь я, видите, все безопасно делаю. Максимально. Чтобы не рисковать лишний раз. А то, мало ли, сейчас сдохну, потом меня убьют по дороге. Опять-таки, эти же мелкие, да? Они же возродятся, если я сейчас сдохну. Вот. И я эти 10 тысяч душ вообще больше не увижу. То есть это будет не весело, сами понимаете. Не, ну будет весело, конечно. Это будет пипец как весело. Я с них ничего не получаю, эти гады опасные. Так, что там мне... А, это обычный. Только хотел сказать, что мне этот холоп что-то не нравится, а он обычный. Твою мать. А, затупился за колонной, я так и знал.